праздник, пусть для одной, но большой семьи организовала бургер. С благотворительной акции ресторан быстрого питания начал 2023 год. Семеро ребятишек с мамой приехали в Сухум из села Куланырхва. Побывали на новогоднем представлении в Абхазском театре, а затем их приняли во бургере. Радушно угостили и дали возможность развлечься в детском зале. Около 50 тысяч рублей. А бургер тратил на украшения кафе, новогоднюю мишуру, гирлянды и прочие рождественские атрибуты. Но в 2023 году на эти деньги здесь решили оказать помощь многодетной семье из села Куланырхва. Было просто отказаться от украшения зала. Мы почему-то в этом году очень легко к этому отнеслись. И декоратор наш тоже вполне поняла, да, вот наш отказ. И как-то сразу быстро в голову пришло, что можно просто подарить кому-то праздник, не сэкономить эту иную, да, сумму, а кому-то устроить настоящий праздник, тем, кому он действительно очень нужен. Может быть, больше, чем нам. Когда все они приедут домой, их там будет ждать новогодний подарок – холодильник и фен. Это то, что посчитали самым необходимым старшие члены семьи. Кроме того, холодильник будет заполнен продуктами – теми, что мать семейства выберет сегодня сама. Холодильник будет не пустой. Мы сейчас поведем семью супермаркет Сухум, вот, и сделаем им продуктовую корзину, подарим на сумму 4000 рублей. Так что не приеду домой с покупками, радостные, довольные, отдохнувшие, и будет справлять Рождество с большим удовольствием. А дети получили подарки от Деда Мороза. Их он передал через благотворительную организацию «Киарас». Ребятишки написали письма, где попросили новую обувь, игрушки и даже музыкальную колонку. Дед Мороз исполнил все просьбы ребят. Мальчик хотел колонку, как он больше музыкой любит заниматься. Остальные дети, кто-то обуви просил, кто-то, не знаю, игры какие-то, игрушки. Ну, все исполнились их мечты. Театр был вообще чудесно, нам очень понравилось. Спасибо им всем, что наши дети вот так радостно вышли, увидели что-то. Миранда Авидзеба, помимо воспитания семерых детей, успевает еще и работать в гудаутской больнице. По ее словам, зарплаты, детских пособий и помощи Киараза хватает, чтобы покрывать текущие расходы семьи. А вот крупные покупки и приятные подарки для них большая роскошь. И даже чудо, которое сотворило бургер, просто отказавшись от мишуры. Марианна Котова и Налагухава, Абаза ТВ.